Назовите, пожалуйста, свою фамилию, имя и отчество. Я Стычура Иван Колонович. А год и место рождения? 1922 года рождения, 7 января, в селе, в сельской семье. А когда попали на фронт и когда вы были с фронта? Годы? Война меня застала. Первый же день бомбили Мелитополь, я был курсантом Мелитопольского авиационного училища, и вот в этот день мы услышали разрывы бомб на станции Мелитополь. Так, нас, курсантов, кормили в столовой, залетает и забегает, как-то будем говорить, замполит, и говорит: товарищи, товарищи, кушайте компот, пейте компот, спокойно, спокойно. Вот уже война началась. И вот это с того времени, из воскресенья 41-го года, так, война постоянно была перед нашими глазами. Так, на фронте я принял участие, как мне записано, так, 7 апреля 1943 года. Так. Вы прибыли? Да, прибыли в воинскую часть, которая принимала участие в боях на Курской дуге. А когда вы были? Что? Вы были с фронта когда? Выбыл я с фронта в День Победы 9 января 1945 года в Австрии. На каком фронте воевали? Второй Украинский фронт. В каких родах войск служили? Авиации. Угу. Какая ваша воинская специальность? Старший мастер авиационного вооружения. Воинское звание, должность ваша? Был это старшим сержантом. Вспомните, пожалуйста, предвоенные годы, как люди воспринимали нормализацию отношений с Германией в 1939-1941 годах? Мы понимали, что это, и нам и разъяснили, я тогда в училище учился в Мелитопольском, в 40-й год, в училище авиационном, на штурманов готовили нас. Но в связи с тем, что приближалась война, мы чувствовали ее дыхание. Наше училище переименовано было стрелков-бомбардиров. Выпускали вначале званием лейтенанты, а потом сержанты. Вот так. Но случилось так, что я заболел плевритом, и меня списали с летной службы в 42-м году и наземной авиации. Вот так. То есть в стране уже было ощущение надвигающейся войны, да? Конечно, конечно. И то, что, говорят, что готовились к войне, что это наперед, что так далее, это неправда. Нас предупреждает эта временная передышка. Нужно готовиться нам к обороне. Вот все, что могу сказать. А как вы лично воспринимали происходящее, надвигающуюся войну? То есть верили, что она придет, то есть чувствовали, не чувствовали? Как я происходящее сейчас отношения? Нет, тогда. Конечно же, мы очень переживали, нас воодушевило то, что победа под Москвой первая была. Так, это была большая радость. Так и парад, который принимал Сталин в Москве, это было уже столько, 25 лет только советской власти. Сравнимо сейчас время, то, которое мы живем, так, за то время нужно было подготовить страну к обороне, к войне, будем говорить прямо, откровенно, к войне, потому что мы знали, что она будет. Нас и так воспитывали. Почему же так поднялся народ на защиту своей родины и так далее? Вот так. Кратко могу сказать. А как вы лично узнали о начале войны и какова была ваша реакция и ваших близких? Начало войны узнали из выступления, бомбометания, а потом было выступление Молотова. Так. Угу. А уже через некоторое время выступление Сталина было. Вы лично слышали речь Молотова 22 июня 1941 года? Лично слышал, да. И речь Сталина 3 июля 1941 года? Тоже слышал. И какое впечатление они тогда на вас воспроизвели? Восприняли: враг силен,
победа будет за нами. Вот так мы знали. И готовились к этому. Сомнение, то, кто паникеры были, то вы знаете, какие жесткие меры принимались к паникерам и так далее. Але это был подъем. И то, что говорят сейчас, что кого-то принуждали, Зоя Космодемьянская, что-то такое выгадывает, всякие глупости. Так, это неправда. Был подъем. Даже те, кто в тюрьмах сидели, и то, и шли на фронт. А вы в армии были призваны по повестке или как? Я был призван в авиационное училище. Так, вначале мне казалось, что я только поеду туда, так, сдам экзамены, возвращусь, у меня девушка была любимая, так, а потом оказалось, что меня там приняли и не отпустили больше. Заметьте, вот как. А в каких сражениях и операциях вам пришлось принимать участие? Непосредственно меня учили как-то в одном из учебных заведений, спрашивали, а вы сколько немцев убили? Я говорю, а я ни одного не убил. А как? А за что вам ордена дали? За что? За участие в боевых действиях. Потому что не только тот, кто на передовой штыком шел в глаза с другим врагом и уничтожал его, если не он, так, если ты не его, так он тебя. Так? Нет, мне это не пришлось. В авиации я этого не пережил. Хотя много раз мог быть убитым. Так, я могу привести примеры, я не знаю, сейчас вам не нужны. Вспомните, пожалуйста, хотя бы один самый яркий эпизод. Вот скажу вам такое. Мы прошли, искали свою воинскую часть, так, авиационную. Прошли 60 километров. Я никогда не думал, что можно на ходу спать. Так, на ходу спать. Потом где свалились, там и уснули. Пришли в Касторную, так, станция. И один, значит, посмотрели, что есть дом какой-то, мы зашли туда. Легли все покотом, уснули. Утром просыпаемся, выходим, а все ремонтируют рельсы и так далее, и так далее. Нас посмотрели, что мы выходим живые оттуда. Понимаете? Разбомбили станцию, так? А мы даже не слышали. Вот вам, ну, что такое война. Говорит, на фронте, до фронта не дошел, а уже уничтожен был. Я вижу, у вас так много наград. Скажите, какая она за что и какая из них для вас наиболее дорога? Самая дорогая для меня вот эта. Вот. Где она? Вот. Видите, какая? Угу. Вот. Здесь это за участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. За победу над Германией. 41-45 годы. Вот это медаль. Кое-кто есть сейчас такие, которые получают награды и так далее. Ни одного дня на фронте не был. Mm-hmm. Так, и вместе с тем смотришь, звездочка в него. У него и медаль за боевые заслуги и так далее. Вот, вот это самая дорогая для меня. Медаль. Ваше отношение к войне на разных ее этапах. С какими чувствами вы шли на войну, с какими возвращались? Была ли вера в победу, в правоту своего дела? Была вера в победу. Вы понимаете, что очень интересно для меня, как вот я писатель, я вам еще не сказал, кто я такой. Так, так вот, не мог бы судьба мне дарила возможность знакомиться с людьми, познавать их. И вот сейчас я в Венгрии, когда был, пришлось там, в Буде шли тяжелые очень бои. Мы стояли в Уйпеште. В Уйпеште уже было советско-венгерское товарищество дружбы. И вот мы с лейтенантом Барабаном запросили нас туда. Мы подходим, а поют там «Волга, Волга, Мутершпре», да? А мы, значит, на русском языке пришли, как запели, нас подхватили на руки и понесли на сцену. Вот это первое было выступление перед этими людьми, знакомство с людьми. Мы увидели, что эти люди не хотели войны и не хотят, и заставляли, значит, те, кто сверху стоят, организуют войны, а страждает народ, умирает народ. Вот так. Это презрение к войне. Сам даже Наполеон сказал, после тех своих побед, сказал, какое грязное дело война. Мир от благородства. В начале войны Красная Армия терпела поражение. Иногда говорят, что тогда было много дезертиров, и никто не хотел воевать. Правда? Это неправда. Неправда. Такое было сопротивление. Понимаете, вредительство было. Вредительство было. Нужно было, вы только бы поняли одну вещь такую. Когда Тухачевский,
маршал Тухачевский. И Бенеш информировал Сталина о том, что Тухачевский предатель. И потом, когда это все тогда много кадров уничтожили, конечно, уничтожили пятую колонну, как называли. Когда доложили Сталину о том, сколько было в армии готовых для того, чтобы свергнуть советскую власть, так он ужаснулся. Понимаете, в то время это было. Но народ, люди восприняли так, что нужно воевать. И вот потому и воевали. Партизанские движения, молодежные движения. То сейчас даже понять это трудно многим, кто воспитывается совершенно другом. Как это так? Как это так? Поднялись люди, молодые такие, как вы, и шли на фронт, умирая. Но для моим для победы. Как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии приходилось отступать? С болью. Среди ваших знакомых были люди, которые сомневались в том, что СССР победит? Да. Были. Что победит Советский Союз? Да. Что Германия победит? Сомневались в победе СССР? Нет, у нас тех моих, среди моих друзей не было такого. Не было. Что вы знали осенью 41-го года о положении под Москвой? Информация была полная информация, нас не обманывали, скажу, какое тяжелое положение, так, не обманывали. Но мы, что интересно было, какие готовили выступления для Сталина, что не сказано было, все осуществлялось именно за этим планом. Вот где была вера в руководство нашей партии. Как вы узнали о параде 7 ноября 1941 года на Красной площади и о речи Сталина? Передавали? Передавали. Да. А что вы тогда чувствовали? Чувствовали подъем. Подъем, боевой подъем. Как узнали о начале контрнаступления под Москвой и какое впечатление это известие произвело именно на вас? Огромные. Всем это да. Я, несмотря на то, что меня списали, были по болезни, плевритом заболел, меня сняли из полетов, готовили для авиации, на скоростную авиацию и так далее, и меня освободили от летной службы. Оказывается, плеврит – это очень тяжелая болезнь. Да. Вот. И тогда, когда я, несмотря на это, писал своим товарищам, которые попали под Сталинградский фронт и так далее, как бы я хотел быть вместе с вами. Я писал дневник и просил одну девушку, что вот это, что я напишу, несколько, она должна была прислать моим родителям, если я не возвращусь. А потом взял и порвал то, что я написал. Порвал. Сказал, нет, я буду жить. И вот понимаете, вот какое было желание жить и бороться. Как солдаты на фронте восприняли приказ наркома обороны номер 227? Я знаю, это о родительных отрядах. Да, нужно было переломить. Мы можем побороть, но нужно паникеру, в общем, вселить веру в победу. Вот это с этого главное, ничего тут такого не было. То страшного. Есть позитивно приспособлено. Конечно, во имя победы. Как же им можно было, если бы немец был прорвался за Волгу, так? Ну тогда где там можно было остановить всех степях туда? До Урала дошел бы, конечно. Слышали ли вы во время войны о заградотрядах? Так вот это как раз и был, это открыто было сказано, никто же это не прикрывал. Приходилось с ними сталкиваться лично? С этими товарищами, да, встречался. Так, все герои, так сам Карпов, писатель, тоже был же в этом отряде. Что вы знали во время войны о штрафбатах и штрафных батальонах? Штрафных ротах. Штрафных ротах, штрафных батальонов. Так вот знали об этом, что есть такие. Только проштрафился на фронте, посылали туда для исправления. Вам с ними лично не приходилось сталкиваться? Нет. Нет? Нет, нет. Есть мнение, что на передовой никто не кричал за Родину, за Сталина, но что это вымысел коммунистической пропаганды. Так ли это? Нет, это глупости. Это глупости. А расскажите о своих командирах. Что? О своих командирах. Фамилии, может, некоторые вспомните. Гостев. Вот сейчас. До Плесовских был из Ворошиловграда, но там такое осталось. Он поехал в Харьков, когда в военно-курской дуге, значит, уже и
открыта была дорога на Харьков, он поехал в Харьков выбирать место для нашей части, расположить парм-3, полевые-ремонтные мастерские. И там по дороге погиб. Так. На второй день я получил ранение осколком тоже на этом. Вот это сейчас мне пропорол, я думаю, что у меня палец этот не будет действовать. Так, так что... Какой я не ответил. Не, конечно, шли с верой в Сталина. Это было что-то такое, ну как вам как сказать, это в душе все это было. Mm-hmm. Почему? Да потому что не обманывалось нас. Не обманывали. Ну, есть мнение, что советские военачальники не заботились о сбережении жизни солдат и не стремились воевать и с меньшими потерями. Что вы думаете об этом? Правда это не правда? Нет, боже мой. Война есть война, понимаете? Вот. Это сейчас можно, это легко. Сидя в кабинете, можно выгадывать всякие глупые истории. Но, да. А война требует жертв. Так, иногда, да. Иногда численным составом. И шли на явную гибель. И шли. Сейчас посмеивались многие. Так, над матросом. Вот он закрыл абразуру. Но сколько он жизней спас. Об этом никто не говорит. Почему он мог совершить такой подвиг? Да не только он. И Шевченко, и многие. Есть такие много-много последовали его примеру. Во имя жизни. Вот что главное было. Но то, что посылали людей для того, чтобы жертвами перемолоть гитлерскую машину, ничего бы не вышло. Мы начинали войну на старой авиационной технике. Я летал на Р-5, это биплан был, знаете, Русь-Фанера, так называли. Они уже имели прекрасные истребители, Фоке-Вульф и так далее. А у нас только яки, лавочные, только готовились. Илы только готовились. Нам нужно было 2 года. Мирного времени для того, чтобы войну фашисты не начали с нами, не дали. Вот все. Кого в армии считали наиболее выдающимися полководцами? Которые Зелитовый, и Тупухин, и Конев, и Малиновский, ну всех, которые, ну Жуков, да, по Жукову. Вот, есть мнение, что Жукова не любили в армии и называли мясником, правда ли это? Да любить в армии, это такое дело, он же не парень был, не холостой, еще так, чтобы его любить. Относились, да, знали, что если Жуков на фронте прибыл, значит, там будет победа. Ну, что поделаешь. Ставка разрабатывала планы тщательно, взвешивала очень тщательно. Но вам тогда приходилось слышать что-нибудь подобное, то есть, что Жуков мясник, там, ну, нехорошие такие высказывания к нему, приходилось слышать или нет? Вы знаете что, я вам могу такую вещь сказать, которую вы не поверите. Вот лежим мы под самолетом, там был такой старший сержант из Новокуйбышевска, нет, из Самары, Куйбышевска, из Куйбышева, да? И вот я лежу с ним и говорю: Саша, знаешь, вот ты смотри, в Америке можно критиковать президента и так далее, и так далее. Он смотрит на меня и говорит: Ваня, ты дурак. А чего? Так я, пожалуйста, кричи на улице. У него собственность. Он богатей. Ты ему ничего не сделаешь своим криком. У нас же Сталин спал на кровати панцирной сеткой, так, и укрывался шинелью. Так, он не нажил никакого баста, ему никто не может сейчас упрекнуть после его смерти, сказать, что вот нажил вот то-то для себя лично. Нет, он был беспощадный к себе, он и был таким же требователем к своим людям и к сынам. Когда Якова хотели обменять на генерала Паулюса плененного, так он что сказал? Он сказал, что я не меняю солдата на генерала. Mm-hmm. И так Яков погиб трагически. А на фронте были люди разных национальностей. Как вы считаете, это плюс или минус? Конечно, плюс. Мы бы никогда бы не победили, если бы не было дружбы народов. Вот в нашей небольшой части, если так я вот прикинул себе, где-то было 15 национальностей. Татары, грузины, евреи, так,
Вот, и проблем никаких не возникало? Никакой, никакой проблемы не возникало тогда национальной. Розни не было. Мы бы никогда, я еще раз повторяю, не победили, если бы не было дружбы народу. Повлияло ли ваше участие в войне на отношение к религии? Знаете, что я вам скажу? Я вам скажу так, что я не религиозный человек. Нет? А ходил в церковь. Ходили. Ходил в церковь. И, возможно, потому что я стал атеистом через то, что меня когда крестили, поп подпил, так, и был холодный купель. И у меня приключилась падучая болезнь. Так. И меня шельская женщина, цибульщиха, выходила. Вот, вылечила после. Ну, а затем я изучал очень много, даже юридический факультет, философский факультет, экономический, так, и сам работал над литературой, усовершенствовал свои знания, я пришел к выводу, что нет места сейчас уже тому старому, который проповедуется, нет, абсолютно, есть непознанный мир человеческих отношений, только, но это не какой-то мировой разум, который управляет нами, нет, это не гегельская теория. Есть неопознанное. И вот мы на это неопознанное, если бы тогда вы по мобилке заговорили в то время, где бы вы были? На костре? Да. Правда же? Ну вот так. А что запомнилось из встреч с населением во время отступления и во время пребывания при фронтовых населенных пунктах? Я еще не понял совершенно, я быстро сказали, я не услышал так. Что запомнилось из встреч с населением во время отступления, во время пребывания при фронтовых населенных пунктах? Когда отступали мы? Да. Когда отступали мы. А отступали мы так. Были погружены в вагон, потому что надо было училище авиационное с техникой передислоцироваться в Саратовскую область, Новоузенск. Наш эшелон прошел удачно. Другой эшелон, который шел с истребителями, так, Качинское училище было, так, истребители, где учились и сын Сталина, и Микояна, и другие там, вот, так, их один эшелон были, разбили, но мы приехали благополучно, и нигде из, нам ничего не осталось, прибыли мы, правда, в голую степь, Новоузенск, Саратовской области, это вклинивается в казахские степи. Вот там мы встретились впервые и с верблюдами, увидели там, вот, и, ну, совершенно другой ландшафт, абсолютно, понимаете, это очень интересно. Как вас встречали люди в освобожденных селах?